Обувь ничего не скользит? Да скользит все, он человек съезжает практически с дороги, потому что ходить по откосу поэтому невозможно. Съезжает туда, где посыпано. Вот там вот посыпано возле стадиона, и он туда и съехал, так сказать. А у тебя как видеоролик получится, да? Угу. Ну, видео поснимаю. Угу. Потом что-то сделаем из этого. Это свой или служебный? Не, мой личный. Потому что умница. Да. Кадр попадает Стеблевский. Валентин, герой нашего времени. То есть надо такое везение прямо. Привет, Валик. Ну вот так, слава богу, пока никто не упал. Но вообще, конечно, я проходила мимо киоска одного, и там мальчик упал. Мне удалось его сфотографировать. Ну так, ничего, слава богу, не поломал, но просто... Сегодня, я думаю, травмоопасность будет на высшем уровне, к сожалению. Но в исполкоме, к примеру, вообще ничего не посыпано. Вокруг есть дорожки, где есть песок, а ну, именно исполком наш совсем сегодня обидели коммунальщики. Все в зеркале сплошном. Ничего не посыпано. Наши управленцы сегодня рискуют жизнью, идут на работу и просто рискуют. Да. Да нет, только сейчас в поликлинике был утром с этими бывшими сотрудниками ТК-сервиса, встретился.